Я знаю, что вы будете смеяться, но на адмирале Кузнецовой опять случился пожар. На борту крейсера «Адмирал Кузнецов», стоящего в доках завода «Звездочка» Мурманске, произошел пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей экстренных служб. По словам собеседника агентства, с крейсера эвакуировали 20 человек. Никто не пострадал. Причины возгорания пока не сообщаются. Два года назад, в декабре 2019 года, на борту «Адмирал Кузнецов», стоящего на ремонт в Мурманске, также произошел пожар. Тогда погибли 2 человека, еще 14 пострадали. В октябре 2018 года затонул плавучий док, где на ремонте находился адмирал Кузнецов. Крейсер получил 5-метровую пробоину. Адмирал Кузнецов, единственный авианесущий корабль у России, был введен в эксплуатацию в начале 1991 года, а в 2017 году было объявлено о планах отремонтировать и модернизировать корабль. Работы в тот момент оценивались как минимум в 20 миллиардов рублей, что, как отмечалось, больше, чем постройка нового корвета. Предполагалось, что в 2021 году корабль вернется в состав флота, однако из-за черты происшествия эти сроки сдвинулись. Затраты на ремонт крейсера с учетом полученных им уже на заводе «Звездочка» повреждений не разглашались, как и новые сроки завершения работ. Понравился подкаст? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, надавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов, и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо.